Теперь мы предлагаем вам послушать, как же звучат конкурсные инструменты в руках профессионалов. Для вас играют гармонист-виртуоз, лауреат международных конкурсов, руководитель ансамбля «Саратовская гармоника» Шалимов Сергей Юрьевич. Тут звучат ваши аплодисменты. И преподаватель детской школы искусств номер 20 Живайкин Алексей Николаевич. Вашему вниманию, в нашем эфире самый настоящий профессиональный музыкальный батл. Yeah.